привет, дорогие друзья, с вами Тотем Палт, а мы продолжаем играть в Сталкера. Я даже забыл, Тень Чернобыля. И мы начнем с нашего последнего сохранения, выполним пару или одну миссию и закончим на эту серию. А чё я начал опять Сталкера снимать? Ну, мои дорогие подписчики просят, чтоб я больше снимал Сталкера. Поэтому вот так я и делаю. Сейчас пока подождем. Ну что могу сказать? В принципе, надеюсь, у нас сейчас Сталкер не будет жутко лагать, как в третьей части, за которую я даже бросил съемку. Вообще было бы неплохо, мне нормальный комп. Если бы был нормальный комп, я бы начал снимать CSGO, она у меня есть. Потом ARK Survival Evolved, Just Cause 3 и еще всяких крутых штук. А так, когда ноут у тебя, тебе живется трудно. Так, сейчас вот должна у нас игрушка-то запуститься. Потому что иначе никак просто. Ну, что, в принципе, еще можно сказать? Что-то оно у нас даже долговато загружается в этот раз. О! Троллинг. Да ну, не троллинг. О! Не лагает вообще! Супер! Или я опознался? Эх, чё? Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Спасибо, не надо. Так. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. В принципе, я чё хотел-то? Я хотел у тебя вот поторговаться. Хотел бы дома оказаться. В гамачке. Да с книжкой толков. Вот у меня сколько? 3000. Вот. До встречи. Так, теперь ну, пейджер задач. Найти документы. Лаборатория. А подобраться надо. Здорово, Мещен. Жив еще? Ну и отлично. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Идеально. Ну, прикол в том, то, что я, походу, опять забыл. То, что не надо было мне мою вебку ставить на карту. Вот чё за облом, а? Пацаны, как пойдем? А, может быть, по пейджеру тогда сориентируемся как-нибудь?
Ой. Я даже что-то забыл, что у меня где. Так, а я тут какая-то... Защитить мир от растущей зоны. Предлагаю... сваливать отсюда нахрен. Иди своей дорогой, сталкер. Я и так иду своей дорогой. Опасные мутанты. Не надо на меня тут выпендриваться. Конечно, не остановит, мы же ведь долбоёбы. Так, как вы поняли, я вот тут с собачками разбирался. Так. Надо это план. Помоги мирным людям. План. Сталкер, защити мир от зоны. Вступи в долг. Ага, во, по стрелочке. И стрелочка мне говорит о том... А, ну сейчас дойдем. Если просто по дорожке. Все славно. Внимание! Ищутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходить в бар. Так... Это мне пистак, трёшка. Автомат. Вот, кстати, смотрите, какой чёткий автомат, да? Чёткий автомат. И это круто. Так, собачка! Где собачка? Собачка! Ты где? Иди к чёрту, собачка. Так, нам сейчас, короче, пройдем туда. И будет у нас все просто чики-пики. Тут вон трупаки лежат всякие. Короче, тут пипец полный был, когда я сюда приходил. У нас тут вообще война с этими с мутантами была. Поэтому столько трупаков валяется. Никого не остановит, да. Ну давайте передохнем, что ли, чтобы он побежал туда побыстрее. Мне, конечно, не устраивает, как у меня тут это поворот идет. Ну ладно, живем. Давай, ран, Вася, ран. Ран, Вася, ран. Не останемся мы мусорам. Да, переходим на новую локацию. Сейчас перейдем на новую локацию, выполним там миссию. Если она довольно маленькая, то, пожалуй, вторую в этой части моего сталкера выполним миссию. Сталкер. День Чернобыля. Классная игруля. Так, давай грузи, а то мне уже скучно стало даже. Понимаешь, если сейчас мне продолжать снимать сталкера, то вполне можно и заинтересовать людей немножко, но...
К остальным играм просто мой комп не потянет. Не потянет мой комп. Пойми это. Я очень-очень, вот лично мое желание, я бы очень хотел снять ARK Survival Evolved. Но прикол в том, то, что этот ARK Survival Evolved я даже просто так поиграть не могу. Даже на самых низких настройках у меня ноутбук просто со временем выключается сам по себе и все. От перегрева там какого-то. Это просто ужас. Так, загрузка геометрии. Уже что-то близко. Загрузка баз пространств. Блин, ждать долго. Вот это вот раздражает слегка. Блин, о чем вот даже вообще сейчас поговорить? Давайте что ли поговорим о продвижении канала. Продвижение канала все супер. Подписки растут. Растут подписки. А, ну все. Супер. Ой, тут это. Радиация, куда я рванул? Господи, сталкер, только не говори то, что ты опять за свое. Ну, пожалуйста, сталкер. Ой-ой-ой. Не надо так со мной поступать, сталкер. А то я сейчас еще многих людей огорчу просто. Если ты будешь так выступать, то мы с тобой закончим, сталкер. Или не закончим, как тебе нравится. Насколько я помню, я тут должен вас оружку опустить, да, вы что такие... Непонимающие. Дай мне пейджер. Задач. Так, мне нужен журнал или план. План. Тогда вот план. Так, бар. Бар мы прошли, уже ушли из бара. Интересно. А я где? Причем беда пейджера-то. Это его ужасная беда. Блин, вот это вот лаги. Я просто в шоке. Я был даже сильно рад моей второй части Сталкера, потому что мне там все супер было. Пацаны, можете сказать, что от меня вам надо? Куда пройти? Где пройти? Как пройти? А, я смотрю, у вас тут тоже нападение мутантов какое-то было. Тут посмотрите, какие страшные. Ужас. Обыскать труп. Чего в этих кабанах?
обыскивать, сказать вождь. Ужас. Такс. Ой, как бы вас не огорчить этой серии, потому что что-то не хочется мне без карты моей любимой скачать. У меня есть. Вот это вот какое-то здание любопытное. Надо было написать «Учимся ориентироваться без карты». Что у нас с пейджером? Пейджер мне. Темная долина. Синие лаборатории. Сколько задач, видимо, месяц-то здорово такая. По сути, тут дороги, да? Что-то в последнее время сталкер мне начинает все меньше и меньше нравиться. Предлагаю вот тут вот все обыскать. А если ничего не найдем, то сохранимся и валим отсюда. Так. Вот сейчас заберемся и... Что сделаем, я не знаю. Не знаю, что сделаем. Ага, тут значит у нас вот такая хрень. Куда ты так полетел-то? Ты ж умрёшь, рак. Ладно, пацаны. И ребятишки, девчонки и мальчишки. Не хочу вас расстраивать. Ну, походу, даже в этой серии мы просто не сможем выполнить миссию, поскольку такие лаги, а еще я закрыл камеру своей камерой. Ладно, дорогие друзья, не отчаивайтесь. Обещаю, в следующей серии Сталкер мы точно попытаемся выполнить задание. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Тутум Паут. Всем пока.